Доброе утро всем подключившимся. Давайте начнем с проверки связи, как обычно. Хорошо ли меня слышно? Дайте знать в чате. Всем ли меня слышно? Отлично. Я вижу, что меня слышат. Может быть, не все, но, по крайней мере, большинство. Да. Окей, хорошо. Давайте я... Итак, сегодня у нас очередной вебинар от компании Velux. Продолжаем вещать в это неспокойное время пандемии. Сегодня у нас вебинар посвящен продукции. Продукция, которая называется «Зенитные фонари». Как многие из вас знают, Velux производит не только мансардные окна. Мансардные окна – это основной продукт Velux, который является флагманским продуктом уже на протяжении последних 70 с лишним лет. Но Velux также производит световые решения и для плоских крыш. Мансардные окна, как вы знаете, это в первую очередь окна для скатных крыш, устанавливаемые от 15 градусов и выше. А что же происходит, когда у нас угол уклона меньше 15 градусов, от 0 до 15? В этом случае мы предлагаем другие окна, которые называются зенитные окна или зенитные фонари. Название и то, и другое, в принципе, правильное. Их можно называть и так, и так. Никакой здесь ошибки нет. Сегодня вебинар посвящен именно такой продукции. Мы никогда не проводили специального обучения, ну, в широком смысле, по зенитным фонарям. И вот, пользуясь такой сложной обстановкой в мире, в России, мы решили восполнить этот пробел. И вот Рустам пишет, что сейчас как раз их ставим. Ну что ж, удачно. Давайте поговорим об этой продукции. Для тех, кто меня еще не знает, меня, наверное, уже знают многие, представлюсь. Меня зовут Герман Мурадов. Я отвечаю в компании Velux за техническую поддержку наших клиентов и партнеров. Так что, если у вас какие-то вопросы по продукции, по ее применению, по возможностям продукции, по характеристикам и прочее, это ко мне. В первую очередь ко мне. На экране вы видите мой электронный адрес. Вы всегда можете обращаться, я всегда вам отвечу. Сразу скажу, что запись вебинара ведется. Запись будет доступна. Будет выслана всем зарегистрировавшимся на вебинар по электронной почте, которую вы указали при регистрации. Рассылка произойдет в течение ближайших дней. Не мгновенно после вебинара, то есть вы не должны ждать ее сразу после окончания, но в ближайшие 1-2 дня обычно наши сотрудники рассылают запись. Итак, о чем же сегодня пойдет речь? Пойдет речь сегодня о зенитных фонарях, как я уже сказал. Давайте сразу начнем с места в карьер. Для чего зенитные окна предназначены? Предназначены они, естественно, для освещения и вентиляции помещений, расположенных под плоской крышей. То есть крыша, имеющая уклон от 0 до 15 градусов, считается плоской. То есть угол подъема такой крыши приблизительно мал с точки зрения уклона и с точки зрения наклона крыши. И, соответственно, в этих крышах не применяются мансардные окна. Вот в этих крышах применяются зенитные. Эти окна, в отличие от большинства мансардных окон, выполнены из поливинилхлоридных профилей ПВХ. Эти профили широко известны, я имею в виду сами профили, сам тип таких профилей широко известен. Из таких профилей делают и обычные окна, и даже иногда мансардные. Но и этот профиль применен, не этот конкретно вид профиля, а вот сам тип материала, профиль из поливинилхлорида, применен для изготовления зенитных окон. Они сделаны из поливинилхлорида, то есть как рама, так и створка. Сами окна всегда состоят из двух элементов. Это, собственно, окно, которое устанавливается в крышу, и защитный элемент. Иногда его называют куполом. Одно без другого не эксплуатируется. То есть мы всегда предоставляем выбор купола, варианты купола. Мы об этом поговорим, какие купола есть для зенитных окон. Но использование купола всегда, или как иначе его назвать, защитного элемента обязательно. И эксплуатация зенитного окна без защитного купола не допускается. Это считается ошибкой эксплуатации. Какие же модели зенитных фонарей предлагает Velux? Этих моделей, сразу скажу, 5. Какие же это модели? Они отличаются прежде всего по своему назначению и по типу открывания. Какие это зенитные фонари? Ну, самый простой из них – это глухой зенитный фонарь без открывания, когда створка наглухо закреплена в раме. Такой фонарь только для освещения. Второй вариант зенитного фонаря – это открывающийся зенитный фонарь на ручном управлении. Называется он CVP. Значит, глухой называется CFP, открывающийся вручную CVP. Открывающийся фонарь также есть с электроуправлением. В этом случае он называется CVP Integra, по аналогии с КГЛ Integra с панцирными окнами, или ГГУ Integra, в данном случае CVP Integra. Четвертый вариант зенитного фонаря – это выход на крышу. Называется он CXP. Мы подробнее поговорим о каждом из этих фонарей, сейчас просто как обзор. И пятый вариант зенитного фонаря – это зенитный фонарь для дымоудаления. CSP. Вот такие зенитные модели зенитных фонарей мы предлагаем на рынке. Начнем мы с маркировки, чтобы вы понимали, потому что маркировка зенитных фонарей немного отличается от маркировки мансардных. Если вы к мансардным окнам вы уже привыкли и понимаете, что за что отвечает, то в зенитных немножко другая маркировка. Я хотел пояснить, что здесь что скрывается. Значит, маркировка зенитных фонарей есть на самих фонарях. Вот на самой раме зенитного фонаря изнутри эта маркировка всегда видна. На юбке зенитного фонаря изнутри всегда маркировка видна. Если вдруг клиент обратится к вам с каким-то вопросом, например, докупить солнцезащитный аксессуар, то всегда вы, как по аналогии с мансардными окнами, на мансардных окнах есть специальная металлическая табличка, а на зенитных окнах есть вот такой штамп, такая наклейка, которая находится в нижней части оконной юбки, оконной рамы изнутри. Что же здесь за что отвечает? Ну, как вы видите, что маркировка, с одной стороны, близка по смыслу мансардным, есть, однако, отличие. Итак, начнем с первой. Первые 3 буквы – это, как всегда, модель окна, тип окна. Значит, буква С означает, что это короб, то есть окно, которое ставится на крышу сверху. Если мансардное окно, оно встраивается в крышу, как мы помним с вами, то зенитное окно ставится сверху на крышу. Тимур спрашивает, очередная усердная уборщица не сотрет ее шильдик? Но это наклейка. Стереть ее проблематично. Это не краской написано, это не чем-то таким. Это наклейка. Ну, конечно, ее можно оторвать, ее можно содрать и так далее, но это уже издержки. Таблички, я знаю, с мансардных окон тоже иногда снимают как лишний элемент, в кавычках лишний. Итак, буква С означает, что это окно короб, то есть оно выступает над крышей всегда. Зенитное окно не встраивается в крышу, оно ставится на крышу сверху, в отличие от мансардных окон. Вторая буква означает как раз тип открывания. F означает фиксированное, V с вентиляцией, то есть открывающееся, X означает exit, выход, и S это smoke ventilation, то есть дымоудаление. Ну и буква P в конце означает, что это PVH профиль, PVC. Дальше 6 цифр означают размер, внимание, проема, не размер окна, в отличие от мансардных окон, где код окна, ну, там, скажем, МК08 означает ширину 78 сантиметров на высоту 140 и означает внешний габарит такого окна, то в случае с зенитными, поскольку окно не встраивается в крышу, а ставится снаружи, то вот этот размер окна фактически подразумевает размер проема под окно. Если вы видите обозначение 150-150, это значит, что размер проема должен быть 150 сантиметров на 150 сантиметров. Ну или если код размера указан как 0,60-0,60, то это 60 на 60 сантиметров и так далее. То есть это всегда. Но по аналогии здесь что? Здесь какая есть аналогия с мансардами, что первая цифра всегда означает ширину. Потому что зенитные окна есть не только квадратные, но есть и прямоугольные. А ширина, как мы знаем, всегда располагается как? Кто подскажет мне? Как? Поперек ската, Елена. Длина вдоль ската. Вы же мансардное окно как располагаете? 78 на 140. 78 – это ширина окна, она располагается поперек ската. А 180 – это длина окна, она вдоль ската. Вот так же с зенитными окнами. Если окно не квадратное, например, 60 на 90, то в этом случае 60 будет ширина окна, а 90 – его длина. И если есть небольшой скат, а мы знаем, что уже знаем, что зенитные окна ставятся в минимальные уклоны. Если уклона нет, если уклон отсутствует 0 градусов, тогда неважно, как ставить зенитные фонари. Если уклон есть, то тогда ширина всегда поперек ската. Далее идет вариант исполнения, как и в мансардных окнах. Здесь есть 4 цифры. Первая цифра 0, она практически всегда 0, это белый цвет короба. Обращаю ваше внимание, поскольку окна выполнены из ПВХ, то у них нет так называемых медных исполнений. То есть окна всегда в одном и том же исполнении, с белым цветом короба. Никаких алюминиевых накладок нет, поэтому менять на что-то на медь или на цинк-титан нет необходимости. Поэтому какая бы кровля ни была, зенитный фонарь всегда в белом исполнении из ПВХ профиля. Вторая цифра отвечает за, указывает на варианты управления. Если 0, вторая цифра – это ручное управление или не открывающееся окно. Единица – это значит электропривод, 4 – это выход. Ну, 5-6 – это означает разный тип пульта. Это немножко не актуальная информация уже, потому что вы знаете, наверное, что немножко поменялась у нас комплектация электрических окон. У нас теперь вместо сенсорного пульта в комплекте идет такая кнопка. И вот эта кнопка как раз, да, 73 – это стеклопакет, естественно, в обозначении, как и в случае с мансардными окнами. Но 73 – это тип стеклопакета, естественно, это другой стеклопакет по геометрическим размерам. Поэтому, если вы увидели здесь аналогию с мансардными, да, есть, но это только по структуре стеклопакета. Естественно, размеры здесь другие. Ну и последняя буква – это, как правило, называется дополнение. И вот здесь могут быть какие буквы? А, это значит, что вот так последняя комплектация окна с таким вот кнопочным пультом KLI в комплекте вместо сенсорного, как это было раньше. Буква Q может означать, что это ударопрочное или противовзломное, иногда еще называют окно, то есть стеклопакет в основном, об этом идет речь. Буква U означает стеклопакет триплекс, а буква V означает стеклопакет с низкоэмиссионным покрытием. Естественно, эти буквы могут сочетаться, не обязательно только одна из них должна присутствовать в обозначении. Это для информации о том, как читать маркировку окна. Запоминать это, в принципе, не так важно, потому что всегда вы можете подсмотреть, но если вы будете часто работать с этим продуктом, вы, естественно, это все запомните сам естественным образом. Итак, давайте посмотрим на каждое из окон в отдельности. Каждый тип мансардного окна. Итак, первое – это глухое зенитное окно. Начинаем с самого простого. Когда нас, как вы знаете, спрашивают, а нет ли у вас глухих мансардных окон? Ну, мы всегда говорим, что глухие мансардные окна мы не производим по принципиальным соображениям, потому что рынка для них как такового нет. Это очень частные заказы. А вот рынок для глухих зенитных окон, он как раз наоборот, есть и очень большой. И вот это первое окно. Называется оно CFP, глухое зенитное окно. Оно, естественно, поскольку оно не открывающееся, створка у него фиксированная, и модернизировать его никак нельзя, то есть сделать из него открывающийся невозможно. то оно предназначено только для освещения помещений, которые расположены под плоской крышей. Такие окна производятся в 9 размерах. О размерах речь впереди, поэтому я просто сейчас обозначаю, что 9 размеров – это на сегодняшний день максимальное количество размеров, в которых производятся зенитные окна, зенитные фонари Velux. Поэтому вот в этих 9 размерах глухие зенитные окна производятся. Следующий вариант зенитного фонаря – это зенитный фонарь или окно с ручным открыванием. Называется он CVP. Он уже нужен, естественно, не только для освещения, но и для вентиляции. Управляется он вручную с помощью стержня специального, который, естественно, идет в комплекте с самим зенитным фонарем. Его отдельно покупать не нужно. Хотя, если он сломался или потерялся, его можно купить как отдельную запчасть. Этот стержень телескопический, то есть вы можете его раздвинуть на нужную вам длину. И максимальная его длина составит 1,90 м. Он такой вращающийся. Вот видите, там на фото показано, что открывается окно путем вращения стержня. Такой кривой стартер, как это называют автомобилисты. И потому как управляется стержнем, то и высота установки от пола такого окна регламентирована. Максимальная высота окна от пола, именно такого с ручным открыванием, не должна превышать 3,5 метра. Что вытекает, естественно, из среднего роста человека плюс стержень. Если окно такое будет расположено выше, то вы уже просто так с пола его не достанете, даже с помощью стержня. Вам придется ставить стремянку и так далее. Но это ваше право, естественно, я имею в виду право клиента. Но рекомендуется, вот если вы хотите управлять нормально с пола, то не выше 3,5 метра. Причем это высота окна, не высота потолка, потому что, как легко заметить, само окно расположено выше, чем потолок. Поэтому нужно мерить не от пола до потолка, а от пола до самого окна. То есть учитывать толщину кровли тоже. Такое окно производится в 8 размерах. То есть -1, что называется. В одном из размеров такое окно не производится. Опять же, в каком, узнаем чуть позже. Следующая модель зенитного окна – это окно, открывающееся с электроприводом CVP Integra. Вы помните, что Velux мансардное окна имеет Integra, что, в принципе, означает, что управление сходное в том смысле, что управляется точно так же. То есть одним и тем же пультом можно управлять и мансардными окнами, и зенитными окнами. То есть совместимость здесь полная, в смысле пультов. Здесь не какие-то особенные пульты. То есть пульты, может быть, могут быть, конечно, отдельные, но они также могут управлять что зенитными, что мансардными окнами. Протокол один и тот же. Итак, вентиляция и освещение, как вы понимаете, два задания здесь у этих окон. У этого окна встроенное дистанционное управление, так же, как у окон мансардных ГГЛ, ГГУ, Integra. Здесь все встроено в само окно. Ничего дополнительно докупать не нужно, включая и пульт тоже. Здесь все есть в комплекте. Также в комплекте, обращаю внимание, есть датчик дождя, а также, как и у мансардных окон. То есть, если дождь пошел, окно автоматически закроется. Если мансардные окна закрываются автоматически до положения открытого клапана, вент-клапана, то поскольку у зенитных нет вент-клапана, зенитное окно закрывается полностью при этом. Это окно также производится в 9 размерах, то есть в максимальном размерном ряде. Следующий вариант зенитного фонаря – это выход на крышу, модель CXP. Ну и у него фактически совмещенное назначение. Оно предлагает освещение, естественно, в закрытом состоянии, а в открытом оно обеспечивает доступ на плоскую кровлю. Соответственно, доступ к самому окну изнутри, он должен быть спроектирован и продуман проектировщиком или заказчиком, как к этому окну изнутри попасть. То есть мы понимаем, что плоская крыша, и к нему же как-то надо добраться, но это уже задача не наша. То есть мы предлагаем сам выход на крышу. Створка в этом окне максимально открывается на 60 градусов относительно рамы и удерживается, как вы видите, в открытом положении с помощью 2 газовых пружин, которые находятся по бокам створки. То есть держать створку не нужно. Вышли, потом зашли и створку закрыли. Управление ручное, естественно, здесь не электрическое управление. То есть все нужно делать вручную, открыть-закрыть. И такое окно производится только в 3 размерах. 3 размеров достаточно. Но здесь почему в 3 размерах, я обращаю ваше внимание, что это же выход на крышу, значит, размеры должны быть достаточно большими, чтобы это окно не протискиваться, а спокойно через него выйти, как через люк. Поэтому 3 размера. И последний вариант зенитного окна, не по значимости, конечно, последний, но, может быть, наименее часто используемый по понятным причинам. Так, Анжела спрашивает, как закрывать. Есть ручка? Ну, конечно, есть ручка. И как открывать и как закрывать, для этого есть ручка, безусловно. Зенитное окно для систем дымоудаления, CSP. Понятно, что такое окно имеет сугубо утилитарную функцию. Оно предназначено в первую очередь для удаления продуктов горения при задымлении, при пожаре. Для чего нужно удалять продукты горения, чтобы люди не погибли и успели эвакуироваться. Потому что большинство, по статистике, большинство, к сожалению, смертей при пожарах происходит не от огня, не от высокой температуры, а от удушья. Скопление дыма, скопление продуктов горения, и люди просто впадают в панику и не знают, куда идти, не видят, и в результате задыхаются, погибают. Вот чтобы этого не произошло, очень важно организовать своевременное удаление продуктов горения. Вот для этих целей у нас есть, как вы знаете, и мансардные окна с системой дымоудаления, и зенитное окно с системой дымоудаления. У него совмещенное, естественно, тоже назначение. В закрытом положении окно дает освещение. У него есть функция проветривания, то есть открывание именно сугубо для проветривания, вентиляции, ну и для дымоудаления, уже как самое главное его назначение. Удаление происходит здесь, что очень важно, за счет естественной тяги. То есть никаких нагнетателей, давления здесь нет, поскольку дым это подразумевает высокое давление, при открывании окон дым выходит из них вверх естественным образом. Горячий воздух вместе с дымом уходит через открытые окна. Поэтому окна с дымоудалением всегда нужно ставить в самой верхней части здания. В первую очередь такие окна используются в промышленных и общественных зданиях. То есть в частном домостроении такие окна не используются. Ну, только если очень большое здание, наверное, в этом смысле можно рекомендовать. А так, в общем, в частном домостроении практически вы не встретите использование таких окон. У этого окна есть 2 встроенных электромотора для управления. И вот эти рычаги, которые видите, ножничного типа, которые видите на фото. То есть створка поднимается параллельно относительно рамы на вот этих 4 парах рычагов. Такое окно при аварийном срабатывании, то есть при дымоудалении, открывается на 50 сантиметров, а при вентиляции, когда нужно просто проветривать помещение, на 15 сантиметров, вот разница между рамой и створкой. И такое окно выпускается только в 2 размерах, что тоже понятно, почему их немного. И вот размерный ряд. Давайте посмотрим, какие... Так, сейчас, секунду, вопрос. На какую нагрузку рассчитано? Вы сейчас задаете, Петр, вопрос именно по последнему окну или вообще по окнам? Потому что зенитные окна имеют свою специфику. Поскольку они открываются... Да, понял. Значит, да, естественно. Здесь рассчитывается нагрузка, под которой окно все откроется в любом случае. И вот эта нагрузка равняется 250 килограмм. То есть если на окно давит сверху нагрузка не более чем 250 килограмм, мы можем гарантировать, что такое окно при срабатывании дымоудаления откроется без проблем. Вот такая нагрузка. Это не нагрузка снеговая в том смысле, что прочность. Прочность у него, как у любого окна, там, в общем, ничего с ним не произойдет. А вот именно здесь критично, чтобы оно открылось под нагрузкой. Причем как под снеговой, так и под ветровой. Поэтому эти окна испытываются на два вида нагрузок. На снеговую и на ветровую. Вот снеговая – это именно не более, достаточно большая нагрузка, 250 килограмм, 2500 ньютонов. Итак, размерный ряд. Размерный ряд, как я и обещал, максимальное количество размеров – это 9 размеров. Вот вы видите размеры в сантиметрах, 60, 80, 90 и так далее. Естественно, ширина на длину. Вы видите, что есть несколько неквадратных размеров. Ну, например, 100 на 120, 90 на 120 и есть еще, да. Да, вот эти неквадратные размеры, как я и говорил, они ориентируются по ширине поперек ската, если скат имеется. Вот одно из окон, помните, я говорил, что CVP с ручным управлением, оно не производится в размере 150 на 150. То есть 150 на 150 – это самый большой размер зенитного окна. Вот в этом размере производится только Integra, CVP Integra. CVP ручная не производится. Ну и, как всегда, мы даем площадь остекления для этих окон, потому что, естественно, соотношение площади остекления к площади помещения никто не отменял. То есть для обеспечения эффективного освещения, освещенности естественным светом, нужно учитывать площадь остекления, сопоставляя ее с площадью помещения, которое освещается. Как я уже говорил, окно зенитное состоит из двух обязательных компонентов. Это, собственно, само зенитное окно, которое может обозначаться как, здесь, простите, ошибка, CFP, CVP, CXP или CSP, то есть одно из вот этих четырех или из пяти вариантов. И второе – это защитный купол, который имеет обозначение ASD. Оба эти элемента обязательные. Ну, в первую очередь, конечно, обязательный купол, потому что зенитное окно, понятно, оно основное, а иногда спрашивают, можно ли без зенитного купола, потому что защитный купол стоит денег тоже, естественно, люди пытаются таким образом сэкономить. Нет, без него нельзя. У самого окна есть основные вот эти элементы, которые сейчас я вам покажу. Это, собственно, купол сверху, это короб, который опирается на крышу. Это створка, которая может быть открывающейся, может быть фиксированной. Ну и стеклопакет, естественно. Стеклопакет, получается, защищен куполом снаружи. То есть на стеклопакет никакие нагрузки не воздействуют, ну, кроме как собственный вес стеклопакета. Теперь поговорим о защитных элементах, вот те, которые обязательно для использования, которые нужно просто выбрать. Поэтому они не комплектуются по умолчанию с самим окном. Вы сейчас поймете почему, потому что их достаточно много вариантов. Здесь мы просто предоставляем выбор, чтобы клиент мог определиться, какой именно вид защитного элемента ему больше нравится. Начнем с самого простого. Это прозрачный купол. Он выполняется из двух материалов на выбор. Либо из акрила, либо из поликарбоната. Но поликарбонат, как, вот, наверное, многие знают, сотовый поликарбонат. В данном случае это не сотовый поликарбонат, это листовой поликарбонат, формованный в форме купола. Значит, два варианта: акриловый и поликарбонат. Вот вопрос к вам. Знаете ли вы, по какому параметру нужно выбирать акрил или поликарбонат? Акрил дешевле, поликарбонат дороже. Если у вас представление сейчас, я просто хочу понимать ваш уровень знаний по этому поводу, как нужно выбирать, на основании чего предлагать более дорогой поликарбонат. Константин пишет поликарбонат прочнее. Так, это одна из версий. Еще какое есть? Есть еще причины. Более выпуклый. Ну, в данном случае акрилополикарбонат имеет одинаковую форму. Прозрачные, они оба прозрачные, морозостойкие, ну, нет, они, в общем, прекрасно себя чувствуют оба. Толщина зависит только от размера. То есть чем больше зенитный фонарь, тем он толще. Но толщина его 3-4 мм. Может, акрил со временем мутнеет. Ну, со временем все мутнеет, но это не то основание. Ультрафиолетовая стойкость. Ближе, но не совсем. Срок службы. Нет, срок службы сопоставимый. Окей, хорошо, не буду вас больше мучить. Это температурная стойкость. Акрил менее стойк к высоким температурам, имеется в виду температуры окружающей среды. Поэтому если вы хотите использовать зенитный фонарь там, где летом очень жарко, высокие температуры, и длительно они держатся, то использовать лучше поликарбонат, потому что акрил может под воздействием высоких температур солнца и прямого солнечного света, естественно, деформироваться. То есть происходит его деформация. Поэтому акрил дешевле. То есть, с одной стороны, люди как бы хотят подешевле, с другой стороны, есть такая вещь, как значит, стойкость к температуре. Поэтому, когда вы... То есть, здесь простой очень. Если вы живете где-то, ну, например, на юге, условно говоря, в Краснодарском крае, то вам лучше по умолчанию использовать поликарбонат. Да, там поликарбонат листовой, ну, то есть это монолитный, не сотовый, да. Это из листа формуется купол. Не сотовый поликарбонат. Итак, чтобы подвести итог, поликарбонат лучше акрила по двум параметрам. Он механическую прочность более высокую имеет и более стоек к высоким температурам. Имеется в виду, в первую очередь, температуры окружающей среды. Понятно, другие температуры, как правило, на них не действуют. Да, сотовый в Ташкенте сыпется. Ну, сотовый, да. А в данном случае мы говорим про другой. Соответственно, поликарбонат. Но у вас еще будут другие выборы. Давайте чуть дальше я вам покажу. Поэтому вы можете и не акрил, и не поликарбонат использовать. Поэтому здесь давайте посмотрим, что у нас дальше. Итак, два варианта купола прозрачного. Второй вариант купола – это матовый купол. Ну, то есть непрозрачный, соответственно. Он также может быть сделан из акрила и из поликарбоната. Вот цифрами показано их обозначение самих куполов, то есть как их можно определить именно в маркировке. Какие цифры за что отвечают, там 0 или единичка. Вот, соответственно, красным цифрам показано это 0 акрил, 1 поликарбонат, а синим это матовый или прозрачный. То есть 0 это прозрачный, единичка матовый. Матовый непрозрачный. Соответственно, если вы не хотите, чтобы там с соседнего здания вас видели, или у вас, например, эксплуатируемая крыша, и по крыше ходят люди, чтобы не заглядывали в окна, то в этом случае вы можете ставить матовый купол. Он непрозрачный. Сквозь него ничего не видно. Но свет, естественно, сквозь него проходит, но чуть хуже, чуть меньше, естественно, насколько он матовый. Третий вариант защитного элемента – это уже не купол, а это уже плоское стекло. Обозначение его ASD 2093. Это стекло именно, это не стеклопакет, поскольку это защитный элемент. Стеклопакет у нас в окне стоит, а это стекло закаленное, которое ставится сверху в качестве защитного элемента. Поскольку оно плоское, то рекомендуется ставить их на те фонари, которые имеют уклон. Ну, то есть крышу не с нулем градусов, а хотя бы с небольшим 2-3 градуса уклона. Это для чего нужно? Для того, чтобы влага имела возможность естественным образом скатываться с такого защитного элемента. На всякий случай, такая рекомендация. Ну и последний вариант. Опять же, не по значимости, а просто по перечислению. Последний защитный элемент – это защитный элемент с изогнутым стеклом. ASD 1093. То же самое закаленное стекло, но только изогнутое. То есть оно не плоское, с него вода скатывается в любом случае при даже нулевом градусе установки самого фонаря. Вот такие варианты. Здесь, конечно, еще надо учитывать и вариант самого фонаря. Потому что, например, на выходы на крышу CXP или на дымоудаление CSP не рекомендуется ставить защитные элементы со стеклами, а только купола. Почему? Потому что стекло, естественно, тяжелее. И, например, зенитные фонари с функцией дымоудаления, они испытываются же, нагрузка в том числе. Когда вы ставите тяжелый защитный элемент, то вы увеличиваете нагрузку, минусуя ее нагрузку, ту самую, о которой я вам говорил, 250 килограмм. То есть вы должны тогда учитывать, что у вас возникла дополнительная нагрузка на само окно в виде вот этого защитного элемента, и, естественно, допустимая нагрузка уменьшилась. Поэтому вот защитные стекла, плоские и изогнутые, рекомендуется ставить только на два типа зенитных фонарей. Это CFP, то есть не открывающиеся, и CVP Integra, то есть открывающийся, но на электроуправлении. На зенитные фонари с ручным приводом, на выходы на крышу и на фонари с дымоудалением рекомендуется ставить только купола. Акриловые или поликарбонатные, но только купола. Это такая рекомендация производителя. Итак, как я вам сказал, купол или защитное стекло – это обязательный элемент зенитного окна. Что происходит, если его не поставить? Происходит следующее. Есть две угрозы, если долгое время эксплуатировать. Так, звука нет. Так. У остальных есть звук? Рустам написал, что звука нет. Есть у других. Угу. Ну, Рустам, значит, у вас просто какой-то локальный сбой. Да, есть. Отлично. Продолжаем. Итак, что происходит, если не использовать купол? Есть две угрозы. Во-первых, это протечка. Потому что зенитное окно установлено фактически в горизонтальную плоскость, с небольшим уклоном, но пренебрежительно малым. Поэтому окно фактически стоит в горизонтали. Поэтому сам по себе вот этот стеклопакет с прижимной рамкой образует некое подобие бассейна. И если туда попадает влага, то она там и застаивается. Соответственно, если она застаивается, это тот же эффект, как на мансардном окне с ледяным замком, когда влага, то есть окно не должно стоять под водой, в стоячей воде. Поэтому это первая угроза. Вторая угроза – это то, что наружное стекло стеклопакета зенитного окна, оно обычное, не закаленное. Собственно, смысла его закаливать нет никакого, потому что оно защищено куполом в нормальной ситуации. Если вы его открываете и не защищаете, то любое воздействие, какое-то сверхвоздействие может это стекло повредить, потому что это обычное стекло. Соответственно, в первом и в другом случае, что протечки, что повреждение наружного стекла без использования защитного купола не являются гарантийными случаями. Поэтому комплектация окна всегда обязательна. Всегда говорите это клиенту. Потому что клиент хочет иногда сэкономить. Он не очень верит в то, что обязательный элемент, это не обязательно, может, это просто декоративный элемент. Мне достаточно самого окна. Нет, самого окна недостаточно. Итак, монтаж зенитных окон. Он отличается от монтажа мансардных окон. И, как я уже сказал, короб устанавливается сверху на крышу, а не встраивается в крышу. Короб при этом должен устанавливаться на ровное основание. То есть ровное в том смысле, что оно должно быть ровным по всему периметру рамы. Вот выдержка такая, я вам сейчас показываю, из инструкции по монтажу, что примыкание должно быть по всему периметру оконной коробки. Не должно быть никаких волн, просветов и так далее. Это очень важное условие. То есть основание готовится абсолютно ровное под такое окно. И окно, как вы видите на фото, оно ставится снаружи на такое основание. Не встраивается в крышу. Соответственно, окно крепится к основанию с помощью саморезов. Саморезы эти крепятся в паз, специально через паз оконной рамы, специальный паз по периметру. Отверстий там предпросверленных нет, поэтому там нужно просто отверстие сделать. Поскольку крепится к основанию, основание должно быть, естественно, деревянным. Поэтому какая бы крыша у вас ни была, бетонная или деревянное или железобетонное основание, у вас всегда должно быть деревянное. То есть в бетонном основании всегда нужно делать деревянные закладные. А вот уже к ним крепить само окно и не крепить его к бетону. И к железу тоже не надо, к металлу тоже не надо крепить. Значит, если есть скат небольшой, ну вот в пределах 15 градусов, то короб должен устанавливаться, окно должно устанавливаться таким образом, чтобы открывание окна происходило по скату, а не против него. То есть вот, петли должны быть выше по скату, чем замок, если так просто выразиться. То есть вот вам пример на фото. В таком виде только и устанавливается. Поперек тоже не рекомендуется. Если есть скат и открывание, вы ставите, вот, поворачивая его на 90 градусов, тоже не рекомендуется. Но это причина этого проста. Исключить перехлестывание воды, даже если окно открыто, и затекание воды при дожде, например. Зенитные окна не имеют окладов. В отличие от мансардных, окладов никаких нет. Зенитное окно, вот вы покупаете зенитное окно, вы покупаете окно и к нему защитный элемент. Никаких окладов для его установки не требуется. Поэтому примыкание к кровле осуществляется непосредственно с помощью самого кровельного покрытия, каким бы оно ни было. А каким оно может быть? Ну, самое простое, это, например, рулонные битумные наплавляемые кровли. В этом случае вот эта рулонная битумная кровля, она просто в том числе наплавляется на сам короб окна. Но при этом важно помнить, что нагревать нужно не окно для наплавления, а материал с помощью горелки. Иначе с помощью такой горелки ПВХ можно повредить, деформировать. Но в этом случае вот сам битумный материал является таким примыканием зенитного окна к кровле. Второй из используемых на плоской кровле материалов – это кровельные мембраны. Они тоже наплавляемые, просто там технология наплавления другая, но принцип тот же. То есть с помощью самой мембраны обеспечивается примыкание окна кровли, обеспечивается непротекаемое соединение. Какие еще могут быть кровельные материалы? Ну, например, фальц, листовой металл, причем как, например, алюминий там, или еще какой-то крашеный фальц, так и медь и так далее. Здесь уже примыкание осуществляется с помощью фальцевых соединений, там, с помощью пайки и так далее, но это все выполнимо. Так делается. Опять же напомню, что поскольку окно исполнения его без металлических частей, то никакого медного исполнения зенитных окон нет. Зенитное окно всегда в одном и том же исполнении. То есть, независимо от того, в какой материал кровельный вы его устанавливаете. Здесь никаких рисков коррозии нет. Ну, еще какой есть вариант кровли, это профнастил, например, сэндвич-панели. В этом случае могут использоваться, поскольку профиль переменный, в этом используются какие-то кровельные клеющиеся уплотнители. Они уже поставляются сторонними компаниями, то есть, естественно, их нужно отдельно покупать и проклеивать. Это не относится уже к продукции Velux. Поэтому либо сэндвич-панель, либо профнастил. Иногда спрашивают, а можно ли установить, например, в металлочерепицу? Ну, металлочерепицы, во-первых, не рекомендуется использовать ниже 15 градусов, поэтому их встреча на таком угле маловероятна. Но если даже вдруг кто-то использует металлочерепицу меньше, чем 15 градусов, то сразу скажу, что это проблема. Соединить, поскольку, в отличие, например, от профнастила, у металлочерепицы профиль переменный, и вот проклеить эти стыки не представляется реальной возможности, поэтому... Здесь, конечно, ориентироваться нужно просто на правильные кровельные материалы, которые применяются для устройства плоской кровли, о чем мы только что сказали. Либо наплавляемые материалы, либо листовые, фальц, либо вот профнастил или сэндвич-панели. Есть некоторые дополнительные элементы, которые облегчают монтаж или дополняют монтаж зенитных окон. Давайте поговорим о них, какие-то дополнительные элементы. Первый из них, самый такой востребованный, это повышающий короба. То есть если вы хотите зенитные окна поставить достаточно высоко по отношению к плоскости крыши, то вы можете применить разные технологии. Вы можете построить сами такой короб, ну, из кирпича, например, или из еще чего-то, утеплить его. А можно использовать повышающие короба производства Velux. Есть два типа коробов. Есть короб с фланцем, который устанавливается непосредственно на крышу. Фланец нужен для того, чтобы закрепить такой короб на крыше. То есть сквозь такой фланец осуществляется крепление этого короба к основанию. Так же, как вы крепите само окно, если вы ставите без повышающих коробов. Также и короб, если вы хотите повысить положение окна относительно плоскости крыши, то вот ставится такой короб. Если вы хотите еще выше поставить окно, то можно использовать короба без фланца. То есть они ставятся, вот нижний короб ставится с фланцем, а на него ставятся еще короба без фланца. Их обозначение ZCE, да, с фланцем 0,015, без фланца 10,15. Высота каждого такого фланца, вернее короба, простите, 16 сантиметров. 160 миллиметров. То есть, если... Да, и максимальное допустимое количество коробов, которые вы можете поставить под одно окно, 4. Соответственно, легко посчитать, что максимально вы можете поднять окно над кровлей на 60 с лишним сантиметров. Ну, достаточно высоко, если это необходимо. Но для чего нужно повышать положение окна над кровлей, как вы думаете? Вопрос к вам. Ну, снег, да. Снег, естественно, самая простая причина. Но, тем не менее, снег, как вы понимаете, может быть выше, чем 60 сантиметров покров. Поэтому снег – это одна из причин для эксплуатируемой кровли. То есть, если вы, например, делаете кровлю, ну, там, насыпной какой-то элемент декоративный или зеленую кровлю, то в этом случае вам нужно поднять окно выше вот этого покрытия. Да, это именно так. Именно так. Двигаемся дальше. Еще один дополнительный элемент – это комплект крепежных планок для подвода закрепления рулонного. То есть, когда вы заводите рулонный наплавляемый материал на короб окна, вы его приклеиваете, конечно, но край все равно нужно как-то зафиксировать, чтобы со временем он не стал задираться, отклеиваться и так далее. В этом случае рекомендуется использовать комплект планок крепежных, которые называются ZZZ210. Это один и тот же комплект, он рассчитан на самое большое окно, то есть 150 на 150. Естественно, если окно меньше, то эти планки подрезаются. И оно крепится вот таким образом с помощью саморезов непосредственно к самому оконному коробу, фиксируя верхний край рулонного кровельного наплавляемого материала. Дополнительная фиксация. Это приобретается отдельно, это не является комплектом окна, это нужно заказывать отдельно. Тамара спрашивает, повышение окна как-нибудь влияет на количество света, происходящего в помещении? Ну, естественно, оно влияет. Естественно. В какой степени зависит от того, сколько повышающих элементов вы поставите. То есть, чем длиннее туннель вы делаете, тем относительно меньше света прямого именно, поступает в помещение. Отражающий, конечно, он отраженный, он продолжает поступать, а вот прямого, естественно, чуть меньше. Но здесь, конечно, нужно соблюдать баланс, то есть, смотря что вы, какую цель преследуете. Если вам нужно именно поднять, то поднимать нужно окно, то поднимать нужно на какую-то необходимую высоту, а не по принципу побольше. В этом нет никакого смысла. Ну, кстати говоря, вот если мы говорим об окнах с системой дымоудаления, то в комплекте такого окна идет короб, уже один короб идет в комплекте. То есть для того, чтобы создать элемент трубы, такого вот, чтобы улучшить тягу через такой. То есть всегда в комплекте зенитного окна для дымоудаления идет короб с фланцем, как минимум один. Можно купить еще докупить. Но один всегда есть, это обязательный элемент для зенитного окна с дымоудалением. Что еще относится к дополнительным элементам зенитных окон? Пароизоляционный фартук. Известная вам тема для мансардных окон, но тем не менее такой пароизоляционный фартук есть и для зенитных окон. Он обозначается как BBX, все тот же BBX, но дальше идет размер проема под окно, например, 150 на 150. Вот так он обозначается, его можно заказать отдельно. Он также не идет в комплекте с окном, но пароизоляционный фартук есть. Если вы спросите, есть ли для зенитных окон комплект BDX, то есть гидротеплоизоляция, то я вам скажу нет, конечно, такого нет. Опять же, просто по причине того, что зенитное окно ставится иначе, чем мансардное, оно не встраивается в крышу, поэтому там нет необходимости соединять с теплоизоляцией или с гидроизоляцией. А гидроизоляция, вы видели уже раньше, она обеспечивается путем примыкания кровельного материала к самому коробу окна. А вот пароизоляционный фартук есть. Если он необходим, если это теплая крыша, там есть утеплитель и так далее, и чтобы туда не выпадала влага, то туда рекомендуется заказать пароизоляционный фартук BBX нужного размера. Тамара спрашивает, пароизоляционный фартук из материала на основе полипропилена или полиэтилена. Полиэтилен – это толстая полиэтиленовая пленка, плотная, не пропускающая пары влаги. Да, значит, я говорю, что такой пароизоляционный фартук был не всегда существовал на рынке, он относительно недавно, 5 лет назад появился. То есть сами зенитные окна достаточно давно существуют, они уже лет так 15, наверное, может и 20, сейчас точно не скажу. Но пароизоляционный фартук стал производиться только с 2015 года, поэтому окна, установленные до этого, могут не иметь такого фартука. Если, например, вам нужно что-то сделать с кровлей самой, то вы можете дозаказать такой фартук для такого окна. Нужно в размер окон не меняли за это время, то, соответственно, размеры фартука они подходят для всех зенитных окон Velux. Часто возникающий вопрос, как располагать зенитные окна относительно друг друга, поскольку мы уже с вами выяснили, что у зенитных окон нет окладов, соответственно, нет никаких комби-окладов. Поэтому взаимное расположение окон зенитных, оно вот в этом смысле ничем как бы не регламентируется. Но, тем не менее, нужно понимать, и иногда клиенты спрашивают, а как близко я могу расположить зенитные окна друг к другу, чтобы они нормально работали? Ну, здесь, на самом деле, какого-то единого ответа нет, потому что есть очень много факторов, влияющих на взаимное расположение зенитных окон. Я вам сейчас перечислю эти факторы, вы поймете, о чем речь. Первое – это конструктив кровли, самое простое. Позволит ли вам конструктив кровли установить окна близко друг к другу? И нужно ли это, например, в данной ситуации? Второе – это кровельное покрытие. Опять же, какое у вас кровельное покрытие? Позволит ли вам кровельное покрытие близко установить окна таким образом, чтобы вы могли обеспечить примыкание кровельного покрытия ко всем окнам без проблем. Особенности эксплуатации кровли и окон. О чем идет речь? Если вы понимаете, как кровли же нужно эксплуатировать, в том смысле, что их нужно чистить, ремонтировать и так далее. Вот если вы близко очень расположите окна друг к другу, то как в этом случае осуществлять обслуживание кровли между окнами? Как производить там чистку кровли, как производить ремонт кровли, если необходимо. Не демонтировать же каждый раз окна для этого. Поэтому это тоже может влиять на то, как окна располагаются относительно друг друга. Может влиять также способ и направление открывания окна. Понятно, что если у вас открывающиеся окна, или если у вас есть выход на крышу, то они должны быть сделаны таким образом, чтобы не мешать друг другу, и уж точно не открываться навстречу друг другу, если они расположены рядом друг с другом. Опять же, может влиять геометрические размеры самих окон и куполов защитных элементов, которые на них установлены. Ну и какие-то еще причины, о которых мы можем сейчас даже не знать, Поэтому взаимное расположение окон зенитных с нашей стороны ничем практически не регламентируется. Это должны решать проектировщики, ну и заказчики. Естественно, они только могут решить, можно ли установить окна на таком расстоянии друг от друга или нет. Но если вы спросите нас, на каком вот минимальном расстоянии друг от друга должны быть окна, чтобы не мешать друг другу, и чтобы их можно было эксплуатировать нормально, мы бы сказали, там, ну, 40-50 сантиметров между окнами. Чем это связано? Ну, вот смотрите, вот у вас зенитные окна. У вас есть, собственно, окно, вот его профиль показан сечением. Есть защитный элемент, здесь показан купол и плоское стекло. И вот, чтобы окна близко расположить друг к другу, вам нужно соблюсти некое расстояние между ними. Понятно, что габаритные точки зенитных окон, как правило, связаны с куполами. Купола это или защитные экраны, они самые выступающие элементы зенитных окон. Поэтому здесь нужно, во-первых, понять, не мешают ли такие элементы работе друг друга, не задевают ли они друг друга. А во-вторых, понять, а вот то как раз то самое, если у вас, например, снежный регион, то как вы будете чистить снег между окнами. Или если у вас просто там скапливается мусор, ну, не знаю, опавшая листва с деревьев, или просто какой-то мусор, то как вы будете оттуда вычищать его между окнами? Вот эти вопросы должны быть продуманы на этапе проектирования. Потому что сами окна, естественно, вы можете сблизить практически вплотную. Вы видите, что если у вас есть основание, к которому можно крепить вы окна, можете сдвинуть практически стык. Но будет ли это удобно эксплуатировать такие окна и такую крышу? Вот это вопрос, который должен решать проектировщик и заказчик на этапе продумывания всей концепции. Солнцезащитные аксессуары. Мы помним, что Velux производит не только сами окна, но еще и аксессуары для защиты от солнца, от, так сказать, жары, от перегрева и так далее. Здесь у нас, поскольку окна зенитные и ставятся они, как правило, вне доступа ручного, то по понятным причинам все аксессуары для зенитных окон имеют дистанционный привод. Ручных аксессуаров для зенитных окон нет, только дистанционное управление. Начнем с внутренних. Для внутренних есть шторы, плессированные шторы, электрические, буква М в середине, как вы помните, означает, что это шторы с мотором. Есть два типа плессированных штор, электрических FMG и FMK. FMG – это обычная плессированная штора, а FMK – это так называемая энергосберегающая, то есть сотовая штора, где сота имеет замкнутый контур с теплоотражающим покрытием. Соответственно, вот такие шторы, они электрические, у них привод от электросети, и в зависимости от того, куда вы их ставите, если вы ставите их на CVP Integra, то у вас, собственно, ничего больше. Фиксированное окно, то есть не открывающее CFP, то в этом случае вам потребуется, конечно, блок управления KUX-110. Ну и надо помнить, что вот штора FMG не производится для размера 150 на 150. То есть если у вас такое окно, если вы хотите установить штору, то нужно брать только штору FMK. Ну, только электрическую, если имеется в виду, потому что если еще есть штора плессе на солнечной энергии, FSK. S в середине означает, как мы помним с вами, привод от солнечной энергии, solar. Привод от солнечной энергии, как уже было сказано. И вот эта штора существует для всех размеров и для всех моделей окон. Нет никаких ограничений. Если штору электрически рекомендуется ставить только на два типа окон, это фиксированное, не открывающее окно CFP или CVP Integra, на другие окна не рекомендуется ставить электрические шторы, то солнечные шторы ФСК можно ставить на любые модели окон и на любые размеры. Но нужно помнить, что если у вас матовый купол, то в этом случае солнечную штору ставить не следует, потому что у вас она будет плохо заряжаться из-за того, что купол матовый. И, соответственно, солнечная энергия будет хуже гораздо проходить. То есть у вас все время будет недозаряд аккумулятора, и в конечном итоге он быстро выйдет из строя. Если у вас солнечные аксессуары, то в этом случае нужно использовать электрические. Анжела спрашивает, ФСК идет с пультом. Ну да, сейчас, как вы знаете, все электрические шторы идут с пультами. Неважно, электрические или солнечные, они все с пультами. Ну и есть один внешний солнцезащитный аксессуар для защиты от перегрева солнечного. Это маркизет. MSG он называется. Маркизет для зенитных окон. У него привод от солнечной энергии, как легко понять с его обозначением. S в середине означает, что это solar. И вы видите на фото вот этот солнечной панели в середине. Там же находится и аккумулятор в этом вот утолщении маркизета, и мотор. Он для всех окон подходит, кроме самого большого размера, 150 на 150. Поэтому на такой размер он, к сожалению, не существует. Он устанавливается на створку окна под куполом. То есть он находится между створкой и защитным куполом. Но в этом случае нужно помнить, что маркизет нельзя установить на при плоском защитном стекле. Там просто не будет места для него. Вот при изогнутом там он можно установить, а вот при плоском, к сожалению, нельзя. Поэтому вот здесь вот эта совместимость тоже нужно продумывать. Материал маркизета. Материал маркизета. Ну, материал маркизета вообще ПВХ-сетка. Но это можно уточнить. Но в любом случае, да, сетка, конечно, да. Потому что свет-то проходит через маркизет, как мы помним. Штора полностью там, может блокировать, например, затемняющую. Но в данном случае для зенитных окон затемняющих штор не делается, есть только плессированные. Однако, если вы выбираете плессированную штору с закрытыми сотами, то там практически свет не проходит. А вот маркизет, он пропускает солнечный свет, только гораздо меньшим количеством, он задерживает тепловую энергию. Да, на фото не видно, но... На фото многого не видно, я вам для этого и рассказываю. Иначе я вам просто показывал бы фото. Итак, значит, ну, та же самая история, что со шторой на солнечной энергии. Маркизет не имеет смысла устанавливать, если вы установили матовый купол. В этом случае, опять же, та же история. Аккумулятор будет плохо заряжаться, будет хронический недозаряд, и аккумулятор быстро выйдет из строя. Ну и замена его, естественно, ничего не даст. Он точно так же будет плохо функционировать. Поэтому маркизет нужно устанавливать только под прозрачными элементами защитными. Несколько слов о применении зенитных фонарей Velux. Зенитные фонари Velux в первую очередь ориентированы на применение либо в частном домостроении, либо в каких-то промышленных зданиях, коммерческих зданиях, но для там, где, в общем, люди работают, не для... Сейчас я объясню, что я имею в виду. Значит, где целесообразно применение фонарей Velux, чтобы сориентировать. Ну, во-первых, жилые помещения, то есть жилые дома. Это могут быть частные дома, это могут быть многоквартирные дома. В общем, в первую очередь, это именно жилые помещения. Второе – это офисы. Ну, или помещения, могут быть и заводские комплексы, но там, где есть офисы или, естественно, зоны отдыха. То есть там, где требуется хорошая теплоизоляция, защита от избыточного солнечного тепла и так далее. От солнечного света избыточного и прочее. То есть солнцезащитные аксессуары. Ну, и также вот такие общественные здания, как школы, детские сады. Вот это вот в первую очередь те типы помещений, где применение зенитных фонарей Velux целесообразно. Потому что зенитные фонари Velux имеют, во-первых, высокий уровень дизайна, соответственно, хорошие характеристики по теплоизоляции, высокие звукоизоляции, инсоляции и так далее. То есть разные. Поэтому из этого следует, что вот там, где, по нашему опыту, применение зенитных фонарей затруднительно и маловероятно, это следующее. Это склады, промышленные предприятия основного, там, где помещение основного значения, торговые центры. Вот там требуются зенитные фонари которые имеют достаточно низкие показатели по теплоизоляции, там не требуются такие высокие показатели, потому что, как правило, это очень большие помещения, высокие потолки, и там совершенно не важно, какие там показатели теплоизоляции. Поэтому в таких зданиях применение таких зенитных фонарей наших Velux маловероятно по причине, вот, ну, скажем так, высокой, в кавычках, цены и по причине высоких, в кавычках, показателей теплоизоляции, звукоизоляции и прочее. Нам они не требуются. Просто, чтобы вы понимали, на какую, в первую очередь, аудиторию, так сказать, нацелены наши продукции. Конечно, это не значит, что не нужно предлагать такую продукцию на, вот, перечисленные там, на склады, называют. Но, как показывает практика, есть очень много дешевых зенитных фонарей, выпускаемых по миру, которые, в общем, закрывают эту потребность. Поэтому в первую очередь мы говорим о частном домостроении, о каких-то общественных зданиях, типа вот школы, детские сады, какие-то вот офисы и так далее. Вот это в первую очередь. Я подумал вот еще о чем. Я не сказал вам, в каких случаях рекомендуется, иногда спрашивают, применять купола, вот эти акриловые или поликарбонатные, а в каких случаях стекло. Как вы думаете? Я к вам хочу сначала обратить этот вопрос. Что бы вы порекомендовали клиенту? Пока вопрос от меня, если можете. Да, вот Константин пишет, что стекло более эстетично выглядит. Да, в общем, да, верно. Ну, здесь граница проходит, я бы так сказал. Если зенитные окна выполняют сугубо утилитарную функцию, то есть они обеспечивают свет, освещение и проветривание, и находятся на крыше, где их никто не видит, да, Вячеслав, правильно, то в этом случае достаточно использовать купол из акрила или из поликарбоната, в зависимости от ситуации. А вот если у вас крыша эксплуатируемая, там, где действительно важен эстетический вид, где нужно создать восприятие позитивное клиентам, посетителям и так далее, то там лучше рекомендуем мы применять стекла. Плоские или выпуклые, это уже там детали, но вот здесь проходит вот такая вот граница, я бы так сказал. То есть, с одной стороны, есть случаи, когда не нужно, потому что стекла стоят, естественно, дороже, чем поликарбонатный купол, например, или акриловый. Но есть случаи, когда нет смысла переплачивать. То есть, кому вы эти купола красоту будете показывать? Птицам. А вот есть случаи, когда нужно, наоборот, показать, сделать красиво. Тамара пишет, закаленное стекло долговечное, самое долговечное при нашей жаре, к примеру. Ну да, да, это тоже. Это тоже. Закаленное стекло, действительно, оно и прочное, и долговечное, и с ним ничего не будет при высоких температурах воздуха окружающего. Да. Вот, на этом, в общем, программа исчерпана. Если вы хотите что-то спросить меня сейчас, то, пожалуйста, я готов ответить на ваши вопросы. Сегодня у нас вебинар получился не таким длинным, как другие. Поэтому у вас есть возможность задать вопросы. Много вопросов, если вас это интересует. Под стекло не поставить маркизет, Михаил пишет. Но под изогнутое маркизет можно поставить, под плоское нет. Под изогнутое можно. Под изогнутым есть место для маркизета, а вот под плоским нету, к сожалению. Как вы, наверное, поняли из содержания вебинара, есть разные нюансы, поэтому если вы в чем-то не уверены, то всегда лучше задать вопрос. Особенно если вы не часто сталкиваетесь с зенитными фонарями. Лучше всегда спросить. Презентацию на почту получить можно? Да, Тамара, я не знаю, может быть, вы опоздали к началу, но я сказал, что запись будет, и она будет выслана вам на электронную почту, которую вы указали при регистрации в течение ближайших 2 дней. У нас рассылка обычно происходит в такие сроки. Хорошо. Если вопросов больше нет, я готов на этом закончить. Спасибо за ваше участие. Да, желаю вам здоровья, не болейте, берегите себя и ваших близких. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока.